государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы. Смирно! Для встречи слева. На кра! У! Военнослужащие почетного караула вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы в Великой Отечественной войне. Весной 45-го года бойцы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии водрузили красный штурмовой флаг на куполе Рейхстага, ставший главным символом победы над фашизмом. Для каждого россиянина знамя Победы священно. Это реликвия, которую нам передали наши деды и прадеды, отдавшие свои жизни ради мира и нашего будущего.